Порядка 8300 жителей Алмазного региона проголосовали в первый день выборов. Об этом сообщили в Мирнинской территориальной избирательной комиссии. Свой выбор за главу Якутии и депутатов в Мирнинский районный совет депутатов и Илтумен сделали кандидатов депутатов в Государственное собрание республики Сергей Домбраван, Николай Натосов и Татьяна Шарова. Мы сейчас голосуем с вами за будущее, за выстроенный диалог с компаниями недропользователей, за привлечение федеральных средств в наш район. Все это очень важно, и очень важно сделать этот выбор. Население должно быть активным. Проголосовать жители Алмазного региона могут 9 и 10 сентября. Избирательные участки работают до 20:00 в воскресенье.